Индийский храм, где из-за взрыва на празднике погибли более сотни человек, не имел разрешения на хранение и использование пиротехники. Об этом сообщили власти Индии. Согласно этому заявлению, правительство перед грядущими праздниками заранее запретило запуск фейерверков вблизи строений. Однако в штате Керала, где произошла трагедия, верующие традиционно соревнуются в том, кто запустит больше пиротехники. Массовый запуск фейерверков в храме города Путингал привел к пожару в храме, отчего уже в самом здании взорвались петарды и ракеты, подготовленные к пуску. Ранения получили более 380 человек, более половины раненых в тяжелом и критическом состоянии. В Путингал приехал индийский премьер-министр Нарендра Моди. В отношении администрации храма и организаторов фейерверка возбуждено уголовное дело.